Корм жарко, валяются в земле. Сегодня у нас опять 26 градусов, обещают. Ну и вчера, кстати, тоже было 26. На солнышке вот сейчас 33. Ну, это на солнышке, а так в тенечке, я говорю, 26. А в перепелятнике у меня и там, где живут бройлеры, ну, это одно и то же помещение. Днем там, конечно, очень жарко. Вчера там было 30 градусов. Они находятся вот там на втором этаже, под крышей, и там, конечно, раскаляется крыша и нагревает помещение. Несмотря на то, что вентилятор там целый день работает, он не продувает. Ну, по крайней мере, запаха нет. Вот там. Но температура 30 градусов. А внизу, на первом этаже, там значительно прохладнее. Ну, здесь у курочек прохладнее, как я говорю. Вот термометр у них здесь 20 градусов. А наверху, вот вчера, еще раз напомню, было 30. Вот уже у них тут 27 градусов. Жарко, вентилятор работает. Бройлеры мои лежат. Ну, рты не пооткрывали еще, но жарко. Я уже начал рассаживать их пореже. То они сидели по 10. Ну, сейчас делаю, чтобы они по 7 человек сидели в клетках у меня. В общем, пожиже. Ну и что я сейчас буду делать? Сейчас я буду устанавливать кондиционер. Вот эту заглушку здесь уберу и вставлю оконный кондиционер. Этим сейчас и займусь. И вот я кондиционер установил, запустил. Температура сейчас здесь 28 градусов. Ну, посмотрим, как будет охлаждаться. В принципе, в прошлом году я им перепелки здесь у меня только были, ставил температуру 24 градуса. И при такой температуре они у меня здесь жили. Ну, кондиционер вот он сверху у меня. На цыплят напрямую не дует, сквознячка нет. Ну и здесь я еще вот их накрыл сверху пластиковыми вот этими поддонами от бродера. Малышня у меня тут веселится, вот такая растет. Да, кстати, у меня есть кое-что сказать по перепелятам, по моим, по этим, по последней партии, по корму. Вот, отдельным роликом сниму и потом вам расскажу. Ну, а пока мы наблюдаем, как температура здесь будет меняться. И я вам, ну, чуть позже покажу, насколько здесь температура опустилась. Ну вот, друзья, сейчас полдень. Практически 29 градусов в тенечке. Посмотрим, как температура в перепелятнике изменилась, кондиционер. Ну вот, покажу вам, что у курочек на первом этаже 21 градус. Они тут балдеют. Прохладе им здесь хорошо. Ну а здесь сейчас 24 градуса. Ну, тоже достаточно комфортно. Бройлеры лежат, балдеют. Перепелам тоже хорошо возле них. Здесь на градуснике, ну, тоже 24 градуса. В общем, очень важно соблюсти баланс температуры и влажности, особенно когда вот здесь такой Ноев ковчег, как у меня. Перепела живут с бройлерами. Мне 2 дня назад товарищ позвонил. Ген, тебе привет, про тебя говорю.
спрашивают у меня, почему перестали нести перепела, нести яйца. Вот, он у меня брал перепелов с моего родительского стада. Он говорит, 2-3 яйца несут 30 перепелов. Ну, болтают как. Вот, я говорю, а температура какая? Он говорит, ну, температура 30 градусов. У него бройлеры, также цыплята вместе с ними в одном помещении. Причем он обогревал тепловентилятором. То есть мало того, что было жарко, 30 градусов, так еще и воздух сушился тепловентилятором. Это вот опять же к вопросу о том, чем подогревать. У меня стоит инфракрасный обогреватель, который воздух не сушит. Но в итоге он там у себя порядок навел, так сказать. В обогревательных приборах поставил керамический нагреватель. Влажность, соответственно, у него поднялась. Вот. И сегодня звонит, сказал, перепела занеслись. Ну и бройлером там тоже достаточно комфортно. Вот. Ну, в общем, друзья, с кондиционером... Ой, не могу переключать этих... Аж заговариваюсь. Перекричать этих певцов, которых надо мне тут уже сортировать, лишних убирать. Вот. В общем, с кондиционером теперь здесь... комфортно, приятно. Ну, а за свет, я думаю, буду платить так же, как зимой. За обогрев. Пока было тепло, вот по 80 киловатт у меня здесь нагорало. Вот до сегодняшнего момента. Каждый месяц, последние два месяца. А зимой по 200 киловатт. Ну, в принципе, перепела за электричество хватит. Я не в накладе, но думаю, что и за охлаждение за свое, и за охлаждение бройлеров они тоже заплатят. Всем удачи, друзья, всем пока. Подписывайтесь на канал Куры в Мегаполисе и оставайтесь с нами.